Торжества по случаю тысячелетия русского присутствия на Святой горе Афон завершились в Москве. Было прощание с мощами преподобного Силуана Афонского. Последние 6 дней святыня, которая впервые была доставлена в Россию, находилась в Свято-Даниловом монастыре. За это время поклониться пришли 65 тысяч верующих. Ранее ковчег побывал в других городах нашей страны и в Беларуси. После прощания мощи были отправлены в Грецию, в русский монастырь на Афоне. Сейчас мы проводим честную главу преподобного Силуана. Но это не человеческие, необычные проводы. Когда мы прощаемся с человеком, не знаем, увидим его когда-нибудь и не увидим. И мы не знаем, будет ли когда-нибудь еще глава преподобного Силуана с нами. Но прощание со святыней – это не есть прощание в нашем обычном смысле и понимании этого слова. Потому что со святыми не прощаются. Святые вместе с нами составляют Церковь Божию.